Мы на выставке World Food, и здесь порой можно встретить совершенно неожиданную продукцию, не только продукты питания, но и, например, вот такую продукцию. Это крутишка, и нам представит ее Арсен Петросян. Арсен, здравствуйте, расскажите о том, что у нас на столе. Здравствуйте. Крутишка – это увлекательная, развивающая игрушка, которая обречена стать, так скажем, хитом 2022-2023 года. Она объединяет детей и подростков в большие дружные компании. На данный момент крутишка производится в 4 цветах. Она сделана из натурального дерева, покрыта акриловыми красками и лаком на водной основе. Это ручная работа. Значит, наконечник металлический, а канат сделан из шерсти и акрила. Вы так сказали, что обречена стать успехом, как будто бы, знаете, как вот виджет-спиннеры и вот это вот все было. Вы примерно в эту категорию метите? Да, как раз именно в эту категорию метим. Но самое главное отличие крутишки от всех спиннеров и поп-итов в том, что это игра, которая побуждает детей выходить на свежий воздух, собираться в компании. У игры есть правила, у кого дольше крутится, тот и побеждает. То есть здесь определенная, так скажем, целеустремленность есть. Для более старшей категории детей, допустим, для подростков, есть другие правила игры. Можно очертить круг и постараться выгнать крутишку противника из этого круга. То есть есть целые игровые механики, которые позволяют действительно этой игрушке быть не игрушкой для одного человека, да, а действительно, как вы сказали, объединить. Да. А вы вот на этой выставке World Food, она вроде как тематически все равно продуктовая, видите интерес к своему продукту? Да, на самом деле мы интерес к продукту тестировали на московских парках. Мы выезжали в парки, играли в него, и вокруг нас собирались большие компании детей и родителей. Все подходили и спрашивали, что это такое, где можно приобрести. Но, к сожалению, мы очень долго проходили сертификацию продукции, и мы не успели в начале сезона выйти в продажу. Поэтому мы только в начале сентября вышли в продажу. Интерес протестирован, он завлекает людей мимо проходящих. Даже взрослые люди останавливаются, забывают про свое направление и смотрят, что это такое, как ее применять. Ну что ж, спасибо, Арсен, удачи вашему продукту на рынке. И в целом, может быть, мы становимся свидетелями, да, новой какой-то забавы, о которой в дальнейшем будут все говорить, что помните, вот в ту эру, это была эра крутишки. Спасибо большое.